Сегодня главная тема – День знаний, который отмечается по всей России. В Чебоксарах 1 сентября впервые за много лет открылась новая школа. Это школа номер один по улице Гладкова. Здесь сегодня все номер один. 1 сентября – первый звонок. И первый раз свои двери открывает Чебоксарская школа номер один. Еще в июле строители не были уверены, что успеют к первому звонку. Однако сегодня за парты здесь сели около 1000 учеников. Только первых классов мы насчитали от А до Ж. Соседним школам больше не нужно работать в три смены. Погода сегодня не располагала к учебе, но на окончание каникул никто не пожаловался. Для вас 1 сентября – это праздник? Праздник. А за что вы любите школу? За знания, за веселые занятия. Ну хорошо, а за что тогда вы школу не любите? Мы просто не сможем выйти из вас. Потому что сдают много домашних заданий. Точно. Если бы вы были министром образования, вы бы отменили домашнюю работу? Наверное, да. Но у вас есть время подумать. Любимый предмет у вас какой? Физкультура. То есть вы определились, кем будете? Да. Инженером. Инженерам физкультура тоже нужна. Родители, у которых школьные годы давно в прошлом, время учебы вспоминают с теплотой. Но, как выяснилось, вернуться в ту пору готовы не все. А если бы вам предложили сейчас вот работать или учиться в школе, вы бы что выбрали? Работать. А чем запомнились вам ваши школьные годы? Хорошим настроением и отличными одноклассниками, и очень хорошими учителями. Это друзья на всю жизнь, которые со мной в школе учились, на всю жизнь остались моими друзьями. Да и учителя тоже самое. И вообще это первые шаги в жизни. Признайтесь честно, шпаргалки делали, учителям кнопки подкладывали? Да, делали. Но шпаргалки, они же тоже помогали. От ностальгических воспоминаний мы отвлекли их вопросом из школьной программы. Помните, какая столица у Австралии? Нет, не помню. Ой, я уже забыла. Давайте не будем. Помнила, но забыла. Сидней. Почти, а вы? Да, Сидней вроде нет. Ну, я думаю, что у учеников этой школы точно не будет проблем с географией, в частности, со столицами мира. На входе установлен огромный вращающийся глобус. Признаюсь, я тоже не сразу вспомнила, что за столица Австралии. И сейчас мы ее найдем на карте. Сначала, правда, найти. На глобусе, вернее, сначала надо найти Австралию. Австралия найдена. И вот она, столица Австралии, Канберра. Глобус в фойе – верхушка айсберга. Эту школу вообще называют самой большой современной в республике. В этом мы убедились лично. Просторные коридоры, интерактивные классы, спортивный комплекс, как в Чувашском госуниверситете, и бассейн. Это не только простая общеобразовательная школа. Это, подчеркну, многофункциональный, универсальный, инновационный центр для обучения и воспитания наших школьников. Уроки и оценки подождут до понедельника. Впереди выходные. Впрочем, тем, кто причастен к строительству и открытию школы, уже сегодня можно поставить отлично. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев. Республика.